На! На! Черт, уже два сердечка. Три. О, смотрите, долбанул. Так, теперь эти два козла. А я буду, знаете, я буду от них уворачиваться. Черт возьми. Не, я пошел назад. Я пошел назад, мне что-то стрёмно. Все, все, прогнали вы меня, прогнали, да, сукины дети. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. И обратите внимание. Та-дам! Вот, небольшие изменения с момента прошлого завершения, да. Я уже тут немного обжился, скажем так. Уже, смотрите, какую крепость вокруг себя воздвиг. Кстати, я только что поспал на кровати, поэтому неудивительно, если сейчас какая-нибудь свинья будет тут околачиваться возле моей величайшей крепости всех времен и народов. А ну, падла. Никого нет. Я надеялся на какого-нибудь крипера или еще что-нибудь, взорвать его и снова организовать себе небольшие катакомбы вокруг своей крепости. Ладно, этого не произошло. Смотрите, что мы можем сделать. Я дуба-то нормально насобирал за последние сколько, наверное, минут, мне кажется, так 10 я ходил, тупо рубил деревья. Ну или где-то так, может меньше. Наверное, 5, наверное, я преувеличиваю. Но это не важно. Важно, что смотрите, как у меня много дубовых досок. Обалдеть. Осталось только 5 дуба. Дуб мне, кстати, тоже нужен, потому что... Что он сейчас выбросил? Почему он выбрасывает? Я не просил этого делать. Хорошо, давайте сюда. Так, 64 на 16. Ну, в принципе, мне теперь нужен потолок. Давайте, во-первых, вот здесь закроем. Да, это самое главное, мне кажется. О, кстати, можно еще, смотрите, топором тоже разбить вот эту срань. Она абсолютно не нужна, мне кажется. Так, давайте, раз, два. Три потом, это тоже не нужно. Это все материал, это мне все пригодится. Поэтому я это тоже буду использовать. Так, раз, два, три, поехали. И вот это тоже, все. А вот теперь поехали. Так. О, да начнется заделывание потолка. Ну, потому что, правильно, нет же ничего хорошего в том, чтобы какая-то сволочь проникла к нам сверху. Прямо на голову нам прыгнула. Зачем нам это нужно? И надо будет, кстати, сейчас провести небольшой, мне кажется, редизайн, потому что, ну, как-то не особо мне комфортно то, что печка у меня хрен знает где, верстак хрен знает где, где-то там внизу все лежит вот в этих катакомбах. То у меня будет комнатка, я придумал, то у меня будет комнатка для выхода в шахту, наверное, чисто такая. А все предметы быта, они все будут вот здесь. Кстати, вы знаете, мне по-прежнему не хватает. Я не подсчитал, я рассчитывал на то, что мне как-то побольше хватит для потолка. Но что-то совсем вот... У меня уже, по сути, заканчивается... Уже, по сути, закончилось. Так, сейчас, дубовые доски. Ну-ка, давайте еще раз. А, смотрите, не, я ошибаюсь. Смотрите, сколько у меня еще дуба. Господи, еще можно распиливать на доски. Кстати, как он это опять-таки голыми руками делает? Вообще, что... За кого мы играем? Кто этот потрясающий квадратноголовый... Никита Кожемяка, или как его назвать, я не знаю просто, откуда у него столько сил. Ну ладно, он умудряется, да, распилить на геометрически правильные доски, что, кстати, довольно важно. Он умудряется распилить голыми руками, без всяких верстаков, без всякого такого. Что делается? А, ну да, там 64, там лимит превышен. Ну смотрите, в принципе, блин, опять он выбросил, не знаю, почему он это делает. В принципе, уже должно, мне кажется, хватить на потолок и на все на свете. Потом надо будет еще, знаете, что сделать? Надо будет еще, я думаю, сделать себе стекла. Это песок расплавляется в печи, то есть надо будет лопатой. Давайте лопатой. Дольше, конечно, немного, но мне уже лень переключаться. Так, да. Раз, два, три, четыре. Отлично, хорошо, поехали. Дубовые доски кладем снова. Так, сейчас будем... Заделать эту гигантскую дыру, уже почти справился, так, немножко прокосил, ну, я не знаю, это у меня будет такой элемент фэн-шуя, наверное, будет висеть эта хрень, я не знаю, зачем она мне нужна, честно говоря, не особо, не нравится мне, что темно сильно получается в моем доме, нужны окна, понимаете, а чтобы были окна, нужны стекла, а чтобы были стекла, нужен песок, песок у меня, в принципе, есть, у меня его, правда, всего ничего, 7 штук, я не знаю, сколько там нужно на одну единицу стекла. Наверное, один песок на одну единицу, я правильно понимаю, то есть это было бы логично. Это бы, по крайней мере, было бы не очень геморно, потому что я не хочу сейчас бегать по пляжу и сломя голову искать долбанный песок. Так, хорошо, тут закрываем. Так, давай еще немножко, еще чуть-чуть. И опять я вынужден. Так, давайте распиливаем. Снова распиливаем вручную на 4 доски в таком быстром темпе. Какой молодец. За кого потрясающего чувака я играю все-таки? Так, давай. Раз, два, три. Что он опять творит? Почему он выкидывает дуб? Каждый раз, когда я нажимаю Е, он выкидывает дуб. Я нажимаю просто выйти из инвентаря, не нажимаю выбрасывать. Надо, наверное, Escape нажимать, какую-то другую кнопку. Должно быть это все. Ну, это все я, понятно, что я нублю, как всегда. Туплю и все такое прочее. Так, все, сейчас мы закроем уже.
Темновато, блин, как-то в моей крепости становится. Такое ощущение, что я замуровываю себя с каким-то Андреем Чикатилой. Так, давайте, наверное, вот это отрубим. Оно меня что-то раздражает, я не знаю. Какое отношение... Это как-то, знаете, это не очень хороший фэншуй, вот реально, мне кажется. Вот эта темнота, вот это непонятное висящее нечто, вот как куски говна какие-то, это все надо закрыть. Так, дубовые доски закрываем, закрываем, закрываем. Да, да, вот в таких вот, наверное, местах, мне кажется, неплохо проводить опыты над людьми. Все, закрылся, я же правильно вижу, да, что вообще? Давайте пока один факел хотя бы повесим сюда. Да и ладно, и один сюда, наверное. Пусть будет хоть немного посветлее. Сейчас проделаем следующее. Сделаем окна. Где там эта срань? Так, чтобы сделать окна, мне нужно расплавить песок. Чтобы расплавить песок, мне нужна дубовая доска. Так, давайте дубовую доску сюда и песок сюда. Так, сейчас у меня появится одно окно, по идее. Или, может быть, там сразу несколько даже их появится. Было бы неплохо, если бы сразу 5 штук, например. Нет, к сожалению, только одно стекло. Подождите, но это стекло. А как из стекла мне сделать окно? А, черт возьми, давай. Как же из стекла мне сделать окно? Может быть, там есть какой-то особый крафт, надо будет это посмотреть потом. Я, честно говоря, думал, что этого хватит вполне. То есть, вставил стекло и все. Ну, а на самом деле, может быть, так оно и есть. Давайте еще вот, пожалуй, 3 куска стекла себе сделаем. Музыка пошла. Видимо, что-то сейчас будет происходить. Хорошо, ладно, давайте на этом остановимся пока. Все, выходим отсюда, пусть она там печь себе печется. Давайте попробуем. Вот у меня есть стекло, например. Так, сейчас я беру каменным топором пробиваю вот эту хрень. Окошко получилось. И давайте везде сделаем по окошку, мне кажется. Потому что, ну, как-то у меня мрачновато так. Можно было бы даже, вы знаете, вот мне пришла в голову одна безумная идея. Можно было бы сделать тупо себе вообще вот целый ряд из таких вот окон вот здесь вот. Да, но для этого нужно много песка, много стекла, это нужно серьезно поработать. И вот сюда как-то не имеет особого смысла. А вот эту всю прелесть, я так предполагаю, давайте мы ее, наверное, так, раз, два, все это собираем. Верстак тоже собираем. Давайте оборудуемся. Блин, вот видите, вот об этом я и говорю. Когда я прихожу сюда, я сваливаюсь постоянно в это говно. Тут должна быть... Ой. Тут должна быть комната исключительно для спуска в шахту. Она не должна никак ничего больше все сочетать. Давайте, где я что-то хотел взять? Вот, верстак, да. Беру верстак, он не берет. Он берет верстак. Знаете почему? Потому что у меня уже заполнен инвентарь, просто по самой не балуйся. Давайте сделаем так. Пока что булыжник, булыжник, железная руда, булыжник. Смотрите, сколько булыжника, блин. Давайте пока выкинем. Я все-таки у себя дома, я могу тут и повыбрасывать некоторые вещи. Давайте булыжник пока выкинем. Я надеюсь, он не исчезнет. Сюда пока поставим кровать. У меня где-то кровать должна быть, я же ее разбил. Нет, не кровать, сундук, вот. Сундук сейчас выставим. Так, факел сюда, сундук сюда, есть. Теперь раз, два. Есть, отлично, все, большой сундук. Нормально, в принципе, для сундука место. Наверное, не очень. Знаете почему? Потому что как-то рядом с окном становишься. Хотя ничего, можно опереться на сундук и смотреть в окно, почему бы и нет. У меня, правда, тут вид не очень. Вот здесь вид покруче, кстати говоря, я не заделал, да, вот отлично все стекло. Здесь у меня вид на эту, на речку. Можно будет, кстати, прорубить себе реально большое стеклянное окно такое. Ну, а то пока я выглядит, как будто я реально в сраном погребе каком-то. Все, отлично, хорошо. Сделали. Тут у меня сундук, сейчас за кроватью пойду. Пойду, да, ну, а вы понимаете, обустроить себе жилище, это не баран чихал. Это надо реально подумать, хорошенечко все сделать. Вот я думаю, что вот кровать реально вот здесь. Клади кровать, говорю. А почему, что ему не нравится? А, вот так? Ну, подождите, я не совсем понял этой логики. То есть я не могу положить кровать рядом? Могу, почему? А что ж тогда было не так? Вот. Вот, чтобы окно, и чтобы сразу ты просыпаешься, так, подтягиваешься, так, ой, хорошо, и выглянул на водичку, посмотрел. Это, по-моему, здорово. Это можно собрать? Нет, нельзя, еще верстак нужно, верстак положить. Верстак — это предмет первой необходимости. Верстак должен быть прямо у входа. Вот заходишь, и сразу верстак. Ну, может быть, не так, это немного некрасиво выглядит. Давайте его немного сейчас... Да где там? Топором давай. Вот, давайте его, может быть, немножко... Ну, немного вот сюда, вот так, сбоку. Ну, чтобы тоже недалеко был. Так, сундук есть, это есть, это есть. Печка осталась. Печку нужно взять. Я не знаю, буду ли я делать себе отдельную кухню, заморачиваться там. Но, так, берем.
Я же взял все, я надеюсь, как надо. А, кстати, теперь печки нет, я теперь не запрыгну. Ну, давайте, хорошо, давайте вот так пробиваем. Пробиваем себе путь наверх. Сейчас. Есть, хорошо. Пошли. Где моя печка? Так, это кладем сюда. Дуб, не то. Вот печь, вот она. Куда ее положим? Я так думаю, что... Да пусть вот здесь будет, хорошо, все, здесь печь. Я уже не буду заморачиваться, отделывать себе отдельно кухню, ванную там. У меня вот такое все. У меня отдельно комната для шахты и все, вот что я только не захотел. Хотя, вы знаете, нет, наверное, так дела не делаются. Наверное, все-таки надо будет потом какие-то стены тут поставить небольшие, какие-то ограждения и тоже двери. Но это все в будущем. Сейчас у нас настоящее, а в настоящем у нас ночь начинается, да, я смотрю. Надо мне, пока никакая сволочь не пришла, надо быстренько сейчас лопатой песку себе сделать, песочка. Потому что, прежде всего, я бы хотел, на самом деле, не какие-то там стены, двери, окна, а я бы, прежде всего, хотел бы себе побольше окон. А то у меня реально, ну, какая-то... Как я сказал, не хотел бы если стены, двери, окна, а побольше окон. Стены, двери, я имел в виду, то есть кухни там, все такое прочее. Я бы хотел бы себе именно... Ох, черт! А я не могу туда попасть теперь. Кстати, как обойти? Побыстрее надо это делать. Черт, сейчас придут, сволочи, сейчас набегут. Давай-то торопимся, дружище Стив. Спеши, как только можешь. О, смотри, дырка. Если что, можно будет черный ход себе подкопать как-то. Только потом его не забыть заделать от этих свиней. Так, ладно. Раз, есть, все. Сюда они никак не могут пройти, да? Ну, вы видите, как тут темно, тут окон нет, факелов нет. Надо что сделать? Надо сделать побольше, наверное, вот палок и угля, вот. Весь уголь, который есть. И вот факелы, вот просто один за другим сейчас будем расходовать. Есть, отлично. Так, теперь у меня, смотрите, 15 штук этих, да, факелов. Хорошо, стекло тоже можно будет потом поделать. Они вообще как горят? Они долго горят, эти факелы? То есть я вот не помню, те, которые там в шахте, они до сих пор горят? Вот надо посмотреть. Да, смотрите, а я установил эти факелы хрен знает когда. Они до сих пор горят. То есть они что, они не выгорают вообще? Или выгорают, но очень не скоро. Ну ладно, в принципе, мне пока этого хватит. Потом я... Ой. Вот этого не надо было, наверное, делать. Пока я это закрываю. А если... Подожди. А если я хочу... Почему не ставится? Ставится, смотрите. А если я хочу на потолок факел прицепить? В чем дело? Почему мне это не позволяет? Хорошо, ладно. Тогда, смотрите, сделаем хитро. Это типа люстра такая. Видите? У меня есть каменная люстра. Я самый, что ни на... И она все равно ни хрена не высвечивает. Ладно, разберемся потом. Давайте пока, хорошо, давайте пока к печи подойдем и будем переплавлять песочек. Так, и дубовые доски. Поехали. Сейчас у нас будет много стекол, но недостаточно много, мне на самом деле нужно гораздо больше. Я вообще планирую отделать одно большое окно напротив речки, вот этой моей, на которую у меня дом выходит. И одно вот такое вот сплошное окно, которое будет огибать по периметру. Было бы неплохо. Для всего этого, правда, мне нужно значительно больше чертовых досок. Опять нужно идти добывать дерево, представляете себе. Кстати говоря, есть еще такая вещь. Я могу оставить печь жариться? Да, пусть оно все жарится само. Оно же... Нет, оно не... Да, все происходит как надо. Смотрите, я мог бы пока подойти к верстаку и попробовать сделать следующее. Из дубовой, из кожи можно делать броню, мне кто-то написал. Но рецепт я не смотрел, давайте попробуем его угадать. Ага, хрен там. То есть мне получается, даже если так, то мне надо будет... Мне надо еще одну сраную корову убить. Ладно, хорошо. Не получилось. Хотел такую классную идею придумать, но не получилось. Давайте заберем тогда все, что у нас тут есть. У нас уже 6 стекол, смотрите. Нормально, сейчас будет 7 и 8, да? Значит, что я мог бы сделать за то время, что ночь наступила, да? Ночь уже наступила вовсю. Я мог бы спуститься в шахту, наверное. У меня есть вот кирка. Причем, черт возьми, я уж испугался, я подумал, что меня не пустят. Мне... Зараза. У меня есть кирка, я мог бы тут, в принципе, еще покопать. Плюс у меня есть много факелов. Смотрите, 10 штук. Мне, в принципе, этого пока должно хватить, я думаю. Давайте будем копать. Будем углубляться еще дальше. Может быть, я куда-нибудь на какую-нибудь лаву напарюсь. Я точно помню, что в этой идее можно на лаву напороться. Но это, конечно, не бог весть, какая радость будет, на самом деле, для меня. Но интересно просто посмотреть на лаву, почему бы и нет.
Вообще, посмотрим, куда тут можно выкопаться, вкопаться всячески, не знаю. Давайте сделаем себе пока вот такую вот небольшую площадь и вниз, да, и вниз. Чтобы я мог стоять. Так, куда там? Давайте максимум, на максимум просто выкопаем. Так, хорошо. Теперь здесь тоже, чтобы я мог спуститься поэтапно, потихоньку вниз. Так, давайте. Раз. О, смотрите, уголь! Это классно! Я что-то начал добывать. Начало что-то добываться. Отлично. Ой, как долго. Это какие-то... Что это такое? А, яйцо у меня откуда-то есть. Откуда у меня яйцо? Жареная хрень какая-то. Мак. Саженец дуба. Андезит. Андезит это оно? Кожа, семена. Нет, неужели это андезит сейчас добывался? Подождите. Добывалась явно какая-то хрень. Давайте вот выкинем саженец дуба, например. Нафиг, нафиг иди. Саженец. И теперь вот это попробуем взять. Вот, что это? 45 андезит, железная руда, булыжник. Что я сейчас получил? Яйцо, шерсть, береза. Я не понимаю, стекло, уголь. А, ну это уголь, наверное, просто. Действительно, это уголь. А чё он так светится ярко? Да, опять, смотрите, это уголь. Сейчас угля добудем, это полезная вещь, это на факелы пойдет. Отлично, это хорошо, что я сюда наткнулся на эту хрань. Хорошее слово, хрань. Пользуйтесь. Значит так. У меня теперь будет куча угля, куча факелов. Это, конечно, все здорово. У меня только один вопрос. Что мне делать, когда у меня кирка сломается? Смогу ли я выбраться обратно? Я просто так вкопался конкретно. Прям в нижние низы. В самые нижние низы, какие только могут быть. И, честно говоря, немного сомневаюсь, что я спокойно смогу выбраться назад. Давайте, во-первых, наметим пути какие-то к отступлению. Я не хочу тут заночевать, блин, навсегда. Так, во-первых, надо пробить вот это. Да. Теперь... Вот это. Так, перепрыгиваю. Ну, смотрите, в принципе, да, пока все хорошо. И вот я уже фактически на поверхности, только вот тут чуть-чуть осталось. Можно еще вот эту хрень срубить, чтобы она не мешала мне. И все, и вот я. И вот я выйду, да. Выйду в свой дом. Так, давайте потихоньку вниз, вниз, еще раз вниз. Давайте. Еще булыжник есть. Булыжник, господи. Фонарик. Так, фонарик, господи. Какой-то странный. Факел гребаный. Меня путают слова уже все с этим Майнкрафтом. Майнкрафт заставляет твою голову просто думать над тем, что делать, как добывать, как экономить время, как его правильно расходовать. Потому что, ну, понимаете, все ночи пропускать не хочется. Хочется быть деятельным. Потому что только деятельным людям удача руки сыпется, сопутствует. Потому что. Ну, кто спит? Спят те, кто посредственны. А мы в мире Майнкрафта, мы непосредственны. Мы каждое... Вот я зря сделал. Мы каждую свободную минутку потратим на то, чтобы изучить этот мир досконально. Будем... Да, наверное, разобью этот факел, потом повешу его. Вот он... Мне, кстати, интересно, он у меня сейчас, этот факел... Сюда давайте. Он у меня сейчас исчез или он восполнился? Надо будет... Блин, скоро, наверное, надо будет кирку мою... Гребаный. О, все, булыжник уже. Смотрите, у меня уже инвентарь просто переполнен, у меня уже ни хрена не собирается. Надо что-то как-то действовать. Давайте, может, жареные баранины сожрем. Или нет. Не, ну вообще один раз точно не повредит. Да и второй раз, ладно. Давайте. Все, и теперь все собирается. Смотрите, булыжник за булыжником. Поехало, так. Каменная кирка моя скоро, она израсходуется. Надо будет ее, наверное. По новой. Так, ну хорошо, я, в принципе, покопал, я думаю, пока неплохо. Угля заработал себе. Можно лезть наверх, я думаю. Так, давайте полезем наверх. Сюда. Сейчас быстренько вылезаю. И, блин, твою мать. Где-то, вот, отлично. Раз, хорошо. Значит, так. Что, верстак. Вот он мой верстак. Идем сюда. Андезит булыжник. Ставим. О, там что-то рычит уже снаружи, я слышу, да. И вместо вот это сюда, а это мы, пожалуй, сюда. А вот это хорошая каменная кирка, мы ее берем и будем ей пользоваться. Все, хорошо, успокойся, все, я ложусь спать. Да, Декарт заработал достижение охотник на монстров, мы по-прежнему не забываем об этом. А еще я заработал достижение люстра, почему мне никто не пишет? Я хочу достижение люстра, я офигенную люстру построил. О, рычит. Все, я иду на вы, что называется. Значит, с каменным... Открывай. С каменным мечом сейчас просто всем... Всем надаю. Ага. Ну все, конец тебе, чувак. Смотрите, сколько много этих свиней. Он сейчас стрелять меня будет. Не, их реально дофига, я не справлюсь. Я понимаю, если бы еще один был монстр. Хорошо. Значит, дом у меня есть. Стекол у меня нет. Мне еще нужно побольше песка. Давайте песок будем добывать. Я же все-таки хочу себе окна офигенские. Так.
Давайте, давайте, вот это все мы возьмем. Этого всего нам надо побольше. И, пожалуйста, уважаемые скелеты, не трогайте меня, пока я этим занимаюсь. Ну, чем мне нравится песок копать, это легко, вот это реально легко. Так, лопата нужна. Черт бы я побрал. Сейчас, о, вот надо, наверное, еще себе дверей понаделать, вот правда. Как-то я... Сволочи, сейчас меня как долбанут. А ну. Ох, отлично. Смотрите, а всего-то одно сердечко отнялось. Может, сразимся, а? На! На! Черт, уже два сердечка. Три. О, смотрите, долбанул. Так, теперь эти два козла. А я буду, знаете, я буду от них уворачиваться. Черт возьми. Не, я пошел назад. Я пошел назад, мне что-то стрёмно. Все, все, прогнали вы меня, прогнали, да, сукины дети. Давайте... Я же заговариваюсь от страха. Давайте поджарим. О, смотрите, я, кстати, стекол себе могу набрать. У меня уже 10 стекол. А в принципе что? Почему бы и нет? Берем сейчас и вырубаем вот... Вот здесь. Раз и два. Кстати, эти сволочи могут на меня сейчас нападать. Будем надеяться, что они не догадываются. Так, это сюда-сюда. Стекло. Стекло. Есть, хорошо. Теперь топор. Стекло. Смотрите, какое классное окно у меня. Они же не могут сквозь стекло напасть, я на это очень рассчитываю. Да-да, беру я тебя, беру. Чё ты мельтешишь? Чё-то мне... Доски мне что-то хотят сказать, по-видимому. Не знаю. Ну ладно. Давайте не будем отвлекаться. Сделаю себе еще вот так. О, черт возьми, а чё так быстро? Я думал, он наоборот у меня классный топор. Я думал, он у меня... Так, надолго. Мне казалось, это, кажется, там здоровье было минимум, а мне казалось, что это максимум. Вот, отлично. Уже немножко светлее, правда? Давайте теперь еще кирка. Блин, нет, кирка не пойдет. Давайте топор еще сварганим. Значит так, палка-палка есть. Булыжник, раз, два, три, есть. И берем, и вот сюда, вместо вот этого. А это выбрасываем. Хрен с ним, короче. Он уже сам все выбрасывает, пусть он это делает. А, тут вот как, смотрите, здесь не так-то просто будет. Здесь у меня вон, это самая хрень. Ладно, давайте так, пробьем тоже здесь немножко. Будет у меня классный вид на раскопанную землю. Обалденно просто. Ну, вообще, вот в этом месте можно будет проделать, мне кажется, огород, я думаю. Давайте вот так немножко. Вот уже... О, черт, не, вот это зря. Так, давай, забери, чувак. Все, забрал, отлично. А, что ж ты делаешь? Да твою мать, давай, раз, два и три. Еще вот здесь вот, прям рядом с печкой мы сделаем гигантское окно. Куда мои стекла подевались? У меня же еще было. А, вот и все, да, вот и кончилось веселье. Стекол у меня не так много. Ну хорошо, давайте тогда вот это пока... Нет, неправильно. Давайте мы это пока досками заклеим. Точно, точно, сейчас. Где там у меня доски? Вот они. Так, есть. Раз, два. Хорошо. Смотрите, уже как-то значительно стало оптимистичнее. То есть факелы, окошки такие неплохие. И я думаю, что... Ну, я надеюсь на то, что я могу, в принципе, выходить. И продолжить, наверное, добывать деньги. Сволочь какая. Нет, ты все-таки извини, конечно, но мне насрать. Я тебя сейчас убью. О, отлично, смотрите. Здорово. Я, кстати, его лук получил. Мне интересно, я могу что-то с его луком делать? Каменная кирка, каменный топор. Это все у меня... Это все, я думаю, можно выбрасывать. Пусть оно там плавает где-нибудь. Каменный топор тоже пусть плавает. Каменный меч, кстати, тоже пусть плавает. Они совершенно... Нет, давайте не так сделаем. Так, чтобы я на них не натыкался постоянно, когда буду выходить из дома. Каменную мотыгу вот реально можно еще будет использовать. Каменный топор нахрен. Все, он плохой. Он меня не устраивает. Я хочу все только самое свежее. Так, ладно, хорошо. Вот, да, вот что мы сделали за эту серию. Давайте, я думаю, мы сделали недостаточно. Давайте еще корову убьем. Так. Ах, корова, иди сюда. Ну что ж это такое? Почему они такие? Они уже просто, они уже ускоряются даже. Они уже знают меня, не знают, кто я такой. Давайте вот, давайте сейчас точно. У меня, смотрите, у меня теперь 7 кусков коровьей кожи. Этой, 7 кожи, 7 кожи, я бы так сказал. Давайте попробуем. А, 8 даже. 8, вот. Давайте попробуем сделать броню. Получится? Нет, не получилось. Видимо, нужен какой-то еще рецепт. Ладно, это я уже посмотрю потом. А пока что скажу вам следующее. Если вам понравилось это видео, то... Давайте-ка. Вот. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте под этим видео лайк, открывайте описание к ролику. Там внушительное количество плейлистов, отсортированных по рубрикам, по категориям. Смотрите, наслаждайтесь. Там есть...
Ссылка на группу ВКонтакте, вступайте в нее, прям перед вами плейлист на выживание по Майнкрафту. Хотя пока я бы назвал бы это не выживание, а обустройство дома. Вот, обустройство дома в Майнкрафте, наверное, так. Это то, пока чем я занимаюсь. Стены, окна, о, потрясающее окно просто. Ну, это, знаете, как вот из погреба какой-то узник там может сидеть, наверное, вот которого приковали вот кандалами там к батарее. Вот, вот такие у меня ассоциации. Он может туда смотреть, о боже, солнышко, вот, вот ради этого такое окно. То, это все тоже надо, естественно, исправить. Нужно добыть побольше стекла, нужно сделать более светлый, яркий, оптимистичный дом. Здесь можно, наверное, можно было бы сделать еще одну дверь, вот как... Знаете, такой черный ход, типа. Но это ладно, это все еще в будущем осмотрим. Тут мое шахтерское пристанище, я его, в принципе, никак модернизировать не буду. А вот здесь можно было бы еще стены какие-то проложить между комнатой, придумать. Ну, посмотрим, с этим всем разберемся. Ну и, естественно, рано или поздно надо будет спускаться в какие-нибудь жуткие шахты, я так понимаю, и там подобные вещи. Все это будет впереди, если разберусь каким-то хреном со всем этим. Я пока еще не очень хорошо играю в эту игру, но надеюсь, все будет изменено. В будущем. Ни хрена себе. Самое долгое прощание, наверное, на канале. Что-то я затрендился. Ладно. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.